Модули номер 14 и номер 15. Розовая башня с подставкой. Данный модуль предназначен для развития восприятия размера предметов, развития моторных навыков, развития внимания и координации движений. Задание номер 1. Педагог проводит презентацию, рассказывает о башне и ее компонентах, сравнивает их между собой, используя понятия «больше», «меньше», «самый маленький», «самый большой». Рассказывает, как можно играть с башней. Задание номер 2. Позвольте ребенку самому поиграть с данным модулем, построить башню, сравнить элементы. Задание номер 3. Предложите ребенку выложить из кубиков ряд в порядке убывания или возрастания. Задание номер 4. Поменяйте местами в правильном ряду несколько кубиков и попросите ребенка расставить их по местам. Задание номер 5. Уберите из правильного ряда несколько кубиков и сдвиньте ряд, чтобы заполнить пустые места. Попросите ребенка найти, в каком месте размер кубиков резко меняется, и поставить кубики на места.